Ярбан залакаос зинза янчицу вара ухата умёхаста анылугу, ганкахяла уи аинтересду ацу. Дача ганкахяла яцу пашартара, и дырам аджги напачы яимгаца ус ишлыцшадаху, акаг шзаламцуа. Ярбан усу а бизнеса джи яха акучьяра зцу. Яхбап уи атак хзыкацозар яхя. Хлубзеку эфирачы гуардала. Уаха гуартыла ты айчча жарахе, а студиях да хабхет жашук сизби апишо змона плакве, неона фирма я пиздаз я гехагыло на плакве Валерий Бытва. Валерий взяла вадит. Взяла бада. Я хазы апсна адбехпи адзыргара хекра азар унапачо пехеку. Жашук сарабхе абри ухачи злай абри аус ами икуцатупхе. И табу бидуцы на апхерах сыптаз ос саваазы гир бойра хаос шажурат у нас. Рабхе дзума? Рабхе ты пишу порозы. Рабхе дзума пишу роб сарасы. Ахай нас и слышу свяб. Ос нас... Ишпас, хори. Рабхе дзак у нас аналогоз. Ари ос аинтерес скит апсны и хазамстазахам. И харадзе. Но сейчас купхарала усе купирам, а обри и хаитшку ус садгла рехаистаку. Сатам с Валера хаусу, вот он уход с вас мабри, а псны макяна, как и хикам макяна, и хачу, был кухабас, а бас я лупшаун. Яшу. И с бензера нас сход сначала, а псны пхаа и целару. А псны я таху, я хаб, а уску, а ма идеяку, убри со сход сундара. И харадзик у ядгалу адзиргару. Но жашук сарабхи хабхедзозар и унызыки уба, унызыки ахпап яшук саку. Но сами сам яшузар. Нас ухыш поубаз усқан. Абри абхи гишыс хазепш абри ауз и дырым аджи. Аджи гимакяна ка гихека им цацыз пышу уя арехямамыз. Избанок за нас асвет хюн ткар аджи абри дзиргарат реклама в дыхпе дзыргара хиззырхо усканги уя аракаги адзам зэнзэй чац барахан усканги. Чац. Ухыш поубы забрям шын я лагы зизивш хум бадзузи. И хастот хаку. Алшар кук на сумаке хай самамыст связа да сыдгалан хай цхран а билборд хай зэхцу на садму хат пи адзыргара ахкадыцу ай обри пшперома харгал. Шхалы фергалы. Ай, со вот а техника алги, обснахай кушать дипшо, а техника хта хазар, а он при агар ма, гад паси хакушон псови харгалон ира билбордко. И со з англон ураш зру я хти бьется на гуя на гуя хахопшон, ура бри зыркры, пупа бри нас зрит, а зрит то ход нас ехеепши смшах алома, вот со джах царопа, кахеха калсропа, нас убиза хоцрока хамзи, вот нас я англоны и цаоз гирахон хаздру. Нас сам он шел раз. А ей. И разделка один. А нас и не сирм и раздрзум из дима и рм и рбит и хаздру работа хай языку раздрзум из. Нас сам узкий нас обсны яму яцо аусутка азхаван фирма дулка аусур ялагон а дзергер тахон. Нас убри амта айрны шоги лыскарт саан. Азахану брисалоги. Нас у Барта компания Курома, фирма Курома, Усса, Ура Ялагуз, нас раздаван. Ура Яхай, что хай бри, Адзыргара, Винук от Пеку, Винук от Курцаку, Адбихи Курцаку, Изипшри, что хо, нас Шапланку, Шпаоса, Шапланку, Шуку, Убри Айткалана, Абас Хайткала, Мацарала, Аусура, Хачун Хазик. Я хочу, что написано, а у зло компания Курцзик хаза хайбадрот. Я на узко захал сужрот хаоп, а так глазаще хамоп, хас хуцрот хаоп, хай цхарарот гия так глазаще ко ахцот. Вобас хайот,
автотехнологии козыр и газок озер усагузер и газоги значит шперхо ацар ему и газоги ацар ему нихал арцуге ты про рот зухан укинес с харуп вапсна зухан уги ай уйдара билберт кохе узджиз уже урт шо ушокут схет да чо джирашфия схет мама урт гихамоп айцесра хамоп компания чо нас а у ее зиргарни тохо и выпшем ах кое тохо на субри а у арта хоралоги на сяб а ей компания чит нахо аби а ера хата бизнес е хоралоги хоча айте тра хочу на компания чу валя с вас зараз тохо пора ухата занат сиумо ярбе ну злгаз юца зарбе ну тот с Кавказ приехал карат мазура институт салгит пшешк са цара стон а калак стов распала Занат ярбану, мадзурат институт? Хунткарут мадзурат институт, а хунткарут мадзуюха. Ага, илкал. Нас излаз дыруала, яра пытрам тэгке, яра апснахада, убри ван алгаштах, апснахада администрация чки усу уан. Яразнак, сан алгаштах, яразнак апсна хунткара апхерпе президент Владислав Григорий Пардзэмбэ, и хунткарут ус бартача усу расал. Ус хан зэнзэ учкунан? Зэнзэ учкунан. Уан алагаз. Жашук сап, а ус свит. Ага. Я луге убри усура, убри административ. Я лузгаз. Я хухо сгрома нас, да че они бизнеса хвонеса. Сариба сам хой, пшешку са цара истоз, уи сымхакон, и харадзек нас, а цара хсауз усур тачу. У меша нас атмосфера он. Усыцы звозачкун, дара и цион, я дырраку, змазракун. Ира Владислав Григорьевич, и хата, и цара, и у Баратпе, и у Харатпе, озер, ургил, из хаот, усык он еще оз. А зэхан, нас уи рабхет пеша шечаку, ахтоз уи ахюнткара аргылара шечаку ракон. Уи интерес тргил ямын. Убри интерес бэны джирыс царги стахцымыз. Убри уси сыдрыцоз скуяхон сачын, Сгусхаон, убасахон, жашкус. Аха, нас псазара чапсахит, псазара чапсахит, аха угис раздынас шашечак акон. Сха и гвастаракон, и салшаракоги. Стахтвенок узгаракон, узхон, считай, тахчара салон. Ахоп шверджи и разнак из херстаху, борис арена срабхи ханей латшажу загива, забра проблема хучика от шверджи, ярбан без шоха за латшажу хаура, уздруешь те крат, свой туп свик шабзи уздрует, уж хучика бра уаргиуя аригом хоко, уж огочас, что гиво, что уху, бот, а зухи нахера аутет, бри яхай иво дэвя за царок, яхаур хабхи кайтиги, бри ха экономика, ач ирай гиха ха латшажу, Бзия яхвузи яхвузи шехаурус шехаю сердце зехана. Ну, макян эксперимент хасабла, хучик нас асгяхчажу, тансгяхчажу, добре зехана, нас и гуахтап и шухало. Хахоп чирас херстахуп и джашим сердце уже яра анцамта хахоп шует. Валерий и цеха кунпи, а дзыргару кузыге хихарцо, а усы хейла шукунпи уже хахоп шует нас. Хай чо жур яхцах, то там мала урыс шела. И то, и то. Варт харграм гыла, зарях кашу. Уй хар харгыла отзу. Валерий, ну из бута ра ей уйпшим амруга, ква опа, бери оборудование физзырхё, иха на то и... А кипхи машина? Дара хатабзира дозмову машину. Абри я его улыбшится, что от зыргера курзик, абри машина чопа их кипхал. Я его. А я его. Я абри от зыргера я то материал козыра, да? Я шига курома, я излах курома. Убри рызык. Да, думаю, гимми. А у распилоги и мачо пьяванцу. У изыхан ахгит шкуп. А дорогие шкуп, я у распила еху по компании, ко Китаян пиазго, Германиян пиазго, Американ пиазго, нас выбор трон харя. Вот. Ужери а халус рейла гамам да. Зерри, а программа оценила. Уя программа оценила, а технология харак кору, а барта технология харак корзик.
макиана рухсику. Азахан яра ма азиргара ма ама тара нукуцо яра хуцгем заудо. Рынок алшараку я и лахка, вот азахан и хайзлахал шуала, ахуня ахур мачна, ма излахал шуала, яра ма материал псахнал, ма вас хочу. Ах, курат шоп, машина курат шоп, машина курат шоп, и пшдзим. А бра, я аж бачку, что рызик на пол и рыл шрапил. Ари шоп хащит зум, и зигир дрот, и рцахейт, хаца уск, и курат шоп. Ну вот видите, она и назад свет дает от стены, получается, будет свет со стены, и лицо как бы светится тоже у него. А есть еще такой вариант, это который просто будет лицо светиться. Ну вот они вот так светятся. Примерно. Видите, оно вплотную к стене будет. Сперва устанавливается вот этот задник, стену закручивается. Потом это одевается на него, и сбоку уже маленькими саморезами. Буква абхазский, да, как вижу? Ну вот это буква хабста. Чтобы наклеить на вот этот пластик, надо сперва разрезать, чтобы поместить здесь, допустим, вот так. У нас вот есть еще раз повезло, такие экземпляры. Это уже готово, да? Это да. Аналогу с сарейстер насалом. Аком сарейстер насалом зеваха. Вори удрозов. Аджи ел харца захан, аджи ел барца захан, ури ел дырзал. Уже ряд шо скучи, хуцой? Максим ша ау хуцой, жоқ шықсо, жоқ шықсо, жоқ шықсо. Аджи дым тарца захан ол. Уж яб дейц хлауат, ара яб сарасу сивата захан, яб дейц хлауат, брат хабду. Ахет закуна машина я азгаз, акитх машина, абри машина. Апсна ел дымас, то уз технология, апсна ел дымас, уз машина. Аха яра рынок ахата ушта я пахану уже материал. Чап сахон фергип чуп сахарапо. Уже усома яра. Мам уже уса удзом ушта. Раритет хасам был. Раритет хасам был и был не сну пирт хашу цехах обсу аха ушта ри хаш аялтра ала ала. Нас яра кахерги издоровую я дороги дарап. Азахан тай стара кухит уже я мужчину ки я хаму рыздик. Сырый мыхный, бытанный, мы зик осталось, пысыл шок. Ари ха нас зензейчатцу машину, а у шара куги и бзио, ирласный кипхот, и рацвенно. Уже раз ахоп шахап, ахшуре, ахучту тематику, пожири ариз, ариз куды. Уже нас ахучу карым шире, куна артва ге, нас обрей тып ге, мдрпштар тахоба ге, убае, вах ге, харцха, пепопа, захан. Адбехпи, ама дзыргера, таурыхла, ялаги, бри неон трубка курал. Адзыргера хата, мад кадюла, хата Америка пе хиз. Америка хиз, а инда куратус ге нестерей, бзирам бой, иду, шины, шины, абрил га мастрас. Уже нас тирох пшала и ханбоева, и расшана дзиргрэк, и расшана лашарку бзи, и расшана измок. Уже хэб Лас-Вегас акала кюнэйр зиги брёв. Лас-Вегас зиги брёв. Уже изо ути эря пацара ты жрэ. А уи хасто. А уи хасто. А жакала дабка заро, бабри напука за заро. Абри дара напука заро. Шача учтя братыв за напука за шаги анхази. Сриса ход, а ты листа сот, а баб сахву ход, а бри я возри, а сам сагиха. Нас дезусу дюзас. Чувак, что чукун сны? Руслан Джоков, Руслан Джоков, что с? Он бью за казат хамас. Ярей гуя тохна, ярей цей от зыргарат по здоровью, а не он нас, а Алашара и разные кивикалы. А нас не он, уже хэд мру ходзу его стоит. Учта, китаец, не он, эйпшный ахцот, а брюза азарей, тупо захан, ирари, ехтешен, ирай бетарей, хайман шалоб, уюза азарат ахзан. Азахан, учта, бриёк, резигал. Ихай мариёк, ахарчкили мачнея. Учта, лыскайт, у фирма ахидзахидзахидзахидзала, избан не уже захид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 з
Ирми Абриеру. Угу.
Ну что, Валерий, ну, понимаю, что неоновое освещение уже кануло в лету, но насколько на нашем рынке вообще есть вот это вот спрос на яркость, на красочность, на заметность? Вот. Спрос на яркость, на заметность, на красочность будет всегда. В любое время, в любой ситуации. То есть это норм. В городе сделать нашим некрасиво что-то, я считаю, это просто преступно. Нельзя портить красоту. Надо даже к этому подходить, скажем так, со вкусом. Угу. Вот. Ну, возможности, естественно, всегда разные. На сегодняшний день возможности небольшие, поэтому мы все стараемся как-то сделать красиво, не дорого. Угу. Вот скажи, пожалуйста, что такое сегодня рынок рекламы в Абхазии? Вот каков он? Сложно назвать его рынком, если честно, скажем так. Больше это похоже на деятельность. То есть рынок — это там, где большая конкуренция, рынок — это там, где большой спрос, большое предложение. То есть такого у нас нет. То есть сказать, что это такая бурно развивающаяся сфера, нет, да? Нет. Мы сегодня больше, скажем так, компании, которые поддерживают работу других компаний. Рекламная сфера, она напрямую связана с общим благосостоянием или, скажем так, с общей деловой активностью. И так получается, что рекламная сфера — это, скажем так, первая строка расходов, которая тут же исключается при каких-то экономических показателях плохих. Самая первая строка, которая исключается у производителей, там, у рекламодателей, это как раз реклама. Поэтому мы раньше всех чувствуем как бы все проблемы. Вот скажи, сейчас ты сказал, что твой бизнес, как лакмусовая бумага, может определить вот эти колебания в экономике. Я так понимаю? Да. Скажи, пожалуйста, вот за эти 18 лет, за эти 18 лет ты можешь сказать, какой период был самый такой благоприятный в экономике, раз уж твой бизнес может определить? Я вам скажу, наверное... И какой был самый неудовлетворительный? Самый благоприятный период для работы рекламных кампаний — это когда появляются новые компании, когда появляются новые большие компании, когда появляются, скажем так, гостиницы, магазины. То есть сложно сказать, когда этот период был. Он каждый раз был странный, скажем так, в своем понимании по времени. Но чаще всего это вот к началу курортного сезона. Какая-то деловая активность появляется, и появляется как бы работа. То есть это ежегодно к этому сезону летнему? Да, но если брать как бы общий объем работ, он с каждым годом становится, к сожалению, только ниже. Только ниже. То есть определить, какой год был самый такой неудовлетворительный, тоже сложно, Сложно, сложно. Ну и самый хороший, ну, наверное, лет, сложно сказать, лет семь тому назад. Ты имеешь дело, я как понимаю, все-таки со всеми сегментами нашей экономики, от каких-то там мелких ларьков до крупных игроков. В каком из них больше все-таки деловой активности? Деловая активность, она может быть только общая, знаешь. Они все подвязаны между собой. То есть все, скажем так, субъекты или объекты экономики, они могут развиваться только вместе. Крайне редко бывает, чтобы какая-то вот одна сфера развивалась, а все остальные были в какой-то стагнации. Поэтому очень сложно определить, кто из них. Ну, наверное, это прям сам рынок определяет. Мы предугадать не можем. Единственное, мы точно знаем, что, допустим, к праздничным мероприятиям, то есть это по времени уже понятно, что вот к праздничным мероприятиям у нас будет некий объем работы. И мы всегда как бы готовимся к ним. К праздничным мероприятиям, если не ошибаюсь, это все-таки госзаказы, да, какие-то? Ну, чаще всего, да. Чаще всего госзаказ. Но все-таки вот госзаказы — это тоже для вас какая-то часть, да? Вот, конечно, конечно. Это часть, существенная часть работы, бывает существенная часть работы. И тоже вот от активности, скажем так, государственных органов. Вот тоже будем напрямую зависеть. Вот чем у них будет больше активности, форумы, я не знаю, там конференции и так далее. Это вот как раз те сферы, где мы всегда помогаем оформлять, всегда помогаем, какие-то работы проводим. Скажи, пожалуйста, вот есть какая-то вот разница между коммерсантами и бизнесменами? Абсолютно. Серьезная разница. Нету? Большая. А, большая разница? Конечно. А в чем она заключается? Объясню. Предприниматель... Давай начнем с того, к кому ты себя относишь. Предприниматель. Так, предприниматель — это что? Это бизнесмен? Предприниматель, Рада, это тот, который создает. Это может быть предприятие, это может быть, я не знаю, дело и так далее, неважно. Он предпринимает попытку выжить.
Ну, как бы то, что сейчас как раз с нами происходит в общем. А коммерсант — это человек, который умеет продавать и профессионально. Да? Это может... плохо или это хорошо? Нет, в каждой сфере должен быть свой профессионал. Кто-то должен профессионально производить, а кто-то должен профессионально продавать. Скажи, пожалуйста, у нас вообще по этому поводу, конечно, очень много разговоров в последнее время. Продавать или все-таки вкладывать и восстанавливать? Что приемлемо на сегодняшний день, на твой взгляд? Скажем так, я, наверное, из той категории людей, которые любят, умеют создавать. Поэтому, не имея, скажем так, обоснований правильных, экономически правильных, политически правильных, принимать решения как в одну, так и в другую сторону, наверное, сложно. Но одно знаю точно, что в своей жизни любой человек занимается тем, что создает. Значит, мы для начала хотя бы должны научиться создавать, а потом уже научиться продавать, если это нужно. Да, это путь развития и так далее, это все может выглядеть как просто популизм. Это все-таки сложный путь к развитию. Что такое для тебя вот этот путь развития и как все-таки на него встать? Путь развития может состоять только в том, чтобы сконсолидировать все силы, у которых есть, скажем так, желание, где будет сформирована идея, и только идея поможет решить вопрос. Только идея. То есть, по-твоему, идея – это вот главное, краеугольное такое. Когда камень, у тебя будет идея… А все остальное, ты думаешь, так просто к этому приложится? Когда, Рада, у тебя будет идея, ты найдешь и силы, и средства, чтобы добиться ее. Угу. Мало того, ты каждый шаг свой будешь понимать, для чего ты это делаешь. Угу. Хаотично, как тебе сказать, непродуманно делать шаги – это неправильно. А в условиях маленького, уязвимого государства это даже, я бы сказал, крайне опасно. Угу. Поэтому, если правильно сформировать идею, что мы делаем, для чего мы делаем и чего мы хотим, то тогда можно всем вместе сесть и подумать, как это сделать. Я вижу только так. Пазл сложится только тогда, когда ты будешь знать точно, чего ты хочешь. То есть наша проблема в том, что мы пока еще не знаем, чего мы хотим. Ну, мне так кажется, что нет. А от таких глобальных тем перейдем уже конкретно к твоему бизнесу, хорошо, более так в прикладном таком понимании, чтобы мы могли определить, что это. Вот что важное вот в твоем бизнесе? Если, например, перечислить три главных составляющих вот, успеха развития твоего предприятия, то это что? Наверное, как и у любого другого предприятия. Угу. Это попробовать понять, значит, для чего ты делаешь, что ты делаешь и из чего ты делаешь. Понимаешь, ты же не работаешь просто ради работы. Ты работаешь для того, чтобы сделать конечный продукт. Ты для этого вынужден пользоваться технологиями. Ты для этого должен быть информативный. Ты для этого должен вовремя реагировать на спросы, скажем так, рынка, клиента, вовремя быть в тренде, как говорится. То есть ты все время должен держать руку на пульсе. То есть другой деятельности в современном рынке нет. Каждая компания, которая делает продукт, она вот как раз все время занимается изучением того, что она сама делает, и того, что хочет рынок. То есть это такое четкое взаимодействие. Ты не можешь в отрыве рынка производить продукт, который никому не нужен. Ты сам говорил, что ты начинал с билбордов. Просто да. Ты строил вот эти билборды, потом их сдавал, да? Арендовали. Потом, я как понимаю, ты уже ушел, вот что мы видели вот в репортаже, ты ушел уже производство, ты уже производишь. Ну, такая некая диверсификация, да. Да, почему? Ты почувствовал, что вот что-то меняется? Конечно, да? Я потребности рынка смотрел. Я понимал, что, что происходит. Ты разговариваешь с клиентом, и, естественно, ты спрашиваешь, какие у него пожелания, или чего бы он хотел бы, или
и так далее. Ты начинаешь тоже думать. Я здесь, Валерий, извините, я перебью. Я хочу здесь отметить, что все-таки первое время, когда вот вы брали билборды и отдавали их там, сдавали их в аренду, то есть почему ты ушел в производство? Вы тогда первое время все производство вы заказывали в России, да? Да, да, да. Конечно. Это же то есть вы там все печатали, оттуда все конечно. Привозили? Во-первых, это технологии, это высокие технологии, это дорогие технологии. Но на тот период финансовая составляющая была не такая высокая, чтобы мы могли себе позволить купить оборудование. Естественно, наша деятельность потом позволила это сделать. Мы приобрели вот позволил это сделать, и ты все-таки понял, что производство выгоднее, лучше вложиться и делать это все здесь. Ну, во-первых, мне интересно. Мне интересно производство, я все время этим занят, и так получилось, что мне приходилось несколько больших производств даже запускать с нуля. Ну, скажем так, это мне интересно. Это мне интересно, и все, и мы так и работаем. И сегодня я считаю, что даже в условиях каких-то сложных экономических и так далее, надо развиваться, надо учиться, надо искать, надо находить, надо сконсолидироваться, надо как-то, знаешь, скажем так, более прагматично, что ли, ко многим вещам подойти. И к своей работе в том числе, и к тому, что делаем тоже. Валер, ну, есть такой один очень щепетильный момент. Не знаю, вот, хочешь ты про это говорить или нет, но я знаю, что у тебя также была профессиональная типография. Да, была. От которой ты в конечном итоге избавился. Ну, избавился так, продал ее, потому что она не окупалась. Я скажу тебе так, любые сложности или неудачи, Рада, я буду воспринимать только как опыт. То есть конечно, именно опыт с типографией, это как неудача такая, да? Ну, вот. я бы ее так не назвал бы. Потому что типография, это, наверное, один из самых высокотехнологичных процессов. Мы умудрились в условиях Абхазии, на территории Абхазии запустить. Мало того, мы попробовали с ребятами с помощью специалистов, естественно, которых мы попросили приехать, подготовить наших специалистов. Это, наверное, самый большой плюс. Потому что помимо того, что у тебя есть техническая база, когда есть еще люди, которые могут на этой базе работать, обслуживать и производить, это, я считаю, это самый высший пилотаж. Да, но тем не менее, вы отказались от этой идеи. Ну да, 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 мы отказались. Почему? Ну, или ты не хочешь все-таки эти скобки раскрывать? Нет, ну, как тебе сказать? Ну, наверное, мы вот как раз... Это же наша была идея, мы ее сделали. Да? А теперь получилось, что теперь лучше так. А в последнее время, не могу задать, Валер, этот вопрос, вообще активизировалось твое участие в общественной жизни страны. Каким ты видишь свой путь вот в дальнейшем, и как ты будешь вот, как будет сосуществовать у тебя вот эта общественная жизнь и твой бизнес? Это вообще ну, ты получится? Знаешь, нет, не получится. Все совмещать не получается. Ты и знаешь, в моем случае я всегда занимаюсь тем, что мне нравится. И, видимо, знаешь, это такое что-то внутреннее. Если я что-то начал, я это должен сделать. Все, чем я могу помочь, я готов это сделать. И ты даже готов отказаться от бизнеса своего? Ну, это в любом случае у тебя уже семейный бизнес, но я имею в виду следить за тем, что так более так пристально. Там, я думаю, что, знаешь, уже есть люди, которые у меня там работают, которые готовы руководить или работать, скажем так. То есть ты можешь со спокойной душой заняться там общественной работой? Конечно. Все это время мы готовили людей, я готовил людей. Все это время этим и занимался. Понятно. Хорошо, мы посмотрим репортажи и вернемся в студию. Раумаки дудзама, хадары, шдзене ацопа малагус. Ну и слыхал, что зала. Абрия дизайнер губ Абробиха. Увиден найлог от Зиргера Стаху. И от Зиргера Хата компьютера Алла Икарцо и Хасо Абробиха. Дизайнер Милана Дилба. Дизайнер Фатима Гриба.
А чеканша маузом, а дизайнер бирдрот, аха, а брам машина кое хаму, а ра офис чуби хаму по машина ко ярлстна кадала дзергала якуто, а ушара ко хаму пара. Изипшро я хепи мртахраква у артахраква уже хеп, а брэ хбон хап хава, под сгана грала иртуху гидрохатагин разендро. Усе. Усупи шоу. Я харадзе кусу. Брезуном у нас у дизайнера шоу разыграл. Яхтахуп и пштаны, яхтахуп апара мачны, аху амазырц, яхтахуп алашара амазырц, яхтахуп псышологи, урысшологи, и пштаны, и утарата, и хазырц ахц. Уизухан бадара ус адулара пиалот. Иштахи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 штах
ти даре интересиски. Дизайнерот што ги аусзвон и оно што хазга хајд колона хала хајд збоз хакчкур зехани ахзи. Мори заказуваш мазна. Нас хара хакчкур зехани но ахца а ме јергуб хајта ва. Нас јаје не хаха јала ги. Шеш хала. Машир курицкого хтахопса шола, мы с тобой уйим, хайтахо, уйи я хатара халаги. Я шачкана, брэй с глаз растаху, да, рай интересацию про бри алфавит, апсофавит, да, ну, взят, и бзидзан из глава, шо танке, уж я хяпа, а жад жирачу, из глава, шо тапхюс вас лагянычу, на пола дахит жизу, уж ты антез, уж ты алфавит, ачу, а джага мащину пи, аж цез, я хаку че и лика, а тигуникл рецезы. Ари, екац, уж так кад юлуп, а я уж таем, ну, са заказ, а са завою дайны, говорит, подокоп. Злыла скала, ари, а хунткара кус бертаку. А хунткара кус бертаку, аж школ, хучку, аж школ, аж школка, Сыдрома Усфер такой разыгнулся, как вела тахоп. Первый мужчина, я ушел от Ахсала Кукиха. Думаю, что аркетка на Орцоваге Ахсала Курыму по блин. А вы чертежку везде? У Распыла и цена Ахсала Кухахтон, и нахтахоз уже обсни Ахтара Тахоп. Алма, риба туп. И рама Анбан Кушмать Шухчубома. И район Айнко Гирзигил Барапехол. Бзыша, а то сала чажер стахуп, и ухет абри, ну, яра бри дзыргараджа, а кад вила квапсны юку, улапша хинадзо, апсышала ю, и снаги проблему. Яра ишпакалы апсыша юра, шхахи агара ишпакалы бри. Харая ахца ус, а закон ешахо ус ахцароб. А закон ешахо нас я его ую издрыдзон. А закон харая цахот. А закон ешахола Псышла и нуту зару, русшла и нуту зару. Нас я псышла хучик, ян бы не хей хазару. Ай нас, нас ергит хан, нас ергит хахот, нас псыц хра бри, нас псышла и шпакула ги. Апсыл без шала галлара, а мы апснухан тканы, ира, ира, манхара трома. Ну хучик и его дыю, позахан, хай цхра вот. А хасара, с куяна гала, Сергей Уяко раздоручим шо, уязахан, и бзидзен и здоровую, срастро, а усра докуп. Зигекоп, абри, че дала уйду, дезгнцу, зигекоп, акхаква хабот. Цхра, где си шумози? Цхра, где си шумози? Джерак, что ты шадец алоу, мама, мзар, и шпа, абри, якома яра усбертак, абри, я хлопшу, абри, ю, яша не ю, ма. Шпахом, шпахом. Усбертак, оп, аха, Сергей, нас и не сбалаги. Уже акалкис с ним хой, избар, и разные, мои раздраз я сфот, мои изгоны, я сфот, а баб сабри гошт, сфот, а бри басаком зра алотха, нас, ус, дара хацкла пшоту бри, апсо беспечо, акхах анларцы сахан, дара хацкла пшот, боре джонуа, ехайте за шхуква, а офиса чай хамоб, дара цхра дуси хамоб, Угуш пана гуха ех дзамзе бри убризг на сезон ушак ма усберта кадж ушак кадзана бри яхраз ау яхи таргу яхи мы яхеп уже ирхениш за защиту. Уе хандкара усак зарала.
Уй, сара, а уй, иди с целарым сара. Уй, сара, нас, я цена к зум сара сус, а уй, иди с целара. Сара уй, иди с хрот, маси с хрот. И слышу вас, вот, уй. А я, илка, ура, контроль, азо, агу, зима, зима. Сара, уй, гостран, сара. Я, Аха, проблема шокотянху. А проблема шокотянху. И здоровят на брим, шуксква крапхе, я рубра, проблема ка, она на парламентах киупхит. Убри закузи зук. Ой, ахта закузи. Ой, дара, дара, хороп, антала, жашук сара, то за хап, убри темала. И сацужер тахит, депутат сурхит, кала, не. И упхит. А есть упхит. Ахи, и сархаз бриб, и сархаз, а без арадма, дзиргараджа, абсо, без пиджака, как узака, я бриб, и банаги, и ханацо, я бриб, хазтим, а услаживай. На хасабхе и куртит, закон, абсо, без пиджака, закон, и дзиргара закон. Сабхе и куртит, и табри, узендроза, алапа, бриб, гуатаба, абсо, бриб, мадгалар, гехан, саснахузар, урихуша, сабхе, абсо, не закон. Вора бребсо без пязакам, псышел хамосхан. Ах, бребсо, вора юбазар. Насфергиз бы забиша, сисергиз бы забиша. Я рабхи, когда закала, хотя урсфила. Урсфила, конечно. Ах, а нас мам, псышел гейми, сертит. Ну, айлгарахома, абри, агха, азарги, так пхаку разду, вора вагдзим. Вора и уртоп, и уки пхнир пшзани, когда они кадут. И харадзик на сам, рада, и хазона сагха, куима зарги, алот. Ага, у Брюса и Шпасхария органу мама и хазару. Ае, акалак, акалак, хлопшраство, махунт, кара хлопшраство, и хазату пахаус. Уан заханит шазу зюхет, абри, и коп нас Худа псадаги из зыкашцо, бри, дзыргарат продукция. Язус чада нас кида шикала хёзара, бри, агухалалрат миссия бензену кожику. Сразу приоритет сыйку рада. А хучка, а царацар. Уэ, а школа хучка, бахчука? Аха я ахцу зыги сарей с бахом, я ахцу зыги сарей, чем тку не ахцу. Убри сарай, убри ги политика си саму. Уже хапа школа чекар таххозар кадвюлара кмзара бахча чеки. Излышушала, ма хамта си растот, ма хобжала ахсот. Ну, убри сарай приоритет си саму, а хучка, а царацар. А хоть курты нахи, а при цухтун без царок саму, издрут ира, ира у сурачи, у бизнеса чгит нас тачанула, а уси и цыжует. Из ипшрозы ура узы, а при обастачанула у сура, нас ги у хучкалу урхуама. Знызнула я вас урхуат, а хучка, знызнула. И ирма, а хучка ирбару, рабдезджу, и цышки, и цышками. Дар иргом хит, я шизи бас хот, сызчу дар иргом хит. Аха. Ус баша маша и шимария марахнуху гара и уркарца захен. Ай, ой, нас ус, абстазарочки усу. Ахучи да ну адзу, и урбару, и хатцу, и шокатцу. Назу гури умр бар, ял и тарай хучи. Адзаравом, адзаравом и гури, уги адзаравом. Аха срам, харахфирма ча ус звуко, жашук сейнерия хаупил. Ха усура зиге, усура чрику зиге, Тахташал по усшаху. Нас жачок са усы и цу, вот тахташал, что и бабота, и узги животок. Ага, гисей си дырдзом я усы. А цух, кто не сфер, стахуп нас, Валера Урысаря хайкулачоп, аха, ура, пшюка, хучка, урабу, уаги абдуха хитушта. Вста зарачат, стыпсян на клойвы. Абдуры, абры. Субстазар, что ты псиан на кого и хынзы слушаю, и слушаю, и рцербару, и рцерцару, и растару, а микусцару. Сразу свое. Элкап, и ты бы дзюд за нахайча же разыхен. А кучара кузыхес еще, у та чапш дзерчги, зигирло маншалахат. И шестах спешил, и сымя зергидар. Ну, а ты уму питиги, ари. А ваш ларат усах ухыл урхазар, выги хучик аграй умо, хучик и урчайро. Вы градзам, вы сащица лазам из ахану пьет. Илкал. И табу прад, и табу. А нависки окчаяраква, и табу пидудзан и хахуапшуазге, и бхя хайкушаранзе. Мам сирас.